отпустить на волю или отдать в цирк. За спасенного львенка по кличке Гром развернулась борьба между зоозащитниками и циркачами. Малыша спасли из багажника автобуса в начале июня. Дикого зверя везли из Дагестана в Москву. И в тесной коробке в багаже он пробыл почти сутки. Никто тогда не сознался, кому принадлежит живой груз. Документов на полуторамесячного львенка тоже не было. Изначально пошла такая информация, что у него была пневмония. Сначала они подумали, что это может быть коронавирус. Вот. Потом определили, что были проблемы с кожей, что там лишай был, или какие-то паразиты, и глисты. В ситуацию вмешался челябинский зоозащитник Карен Делакян. Установить владельца удалось. Им оказался бизнесмен из Карачаева-Черкесии. Вероятно, львенка должны были использовать для демонстрации в курортных городах. Уголовной ответственности бизнесмену за жестокое обращение с животным удалось избежать. Сейчас малыш находится на передержке у цирковой династии из Читы. За ним присматривают и оказывают должный уход. Но, по мнению челябинского зоозащитника, львенка Гром нельзя отдавать ни в цирк, ни владельцу. В Волгограде заведено административное дело, и, возможно, через суд удастся добиться конфискации львенка. Челябинский ветеринар пытается добиться, чтобы животное поместить.